вам спасибо за все те труды, за ваш ратный подвиг, за ваши подвиги. Спасибо большое. Низкий поклон. Слышишь? А вам спасибо за республику, преображается, красивее становится. Спасибо. Все спереди еще. Будем работать. Главное, чтобы вы были в здравии у нас. Спасибо. Сегодня мы отмечаем 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Одну из самых значимых и памятных. Светлый праздник для нас навсегда останется символом несгибаемого патриотизма, мужества и героизма тех, на чью долю выпало жесточайшее испытание войной. Доблесть и отвага фронтовиков, стойкость и самоотверженность тружеников тыла, железная воля узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда всегда будут служить для нас примером непревзойденной высоты. В этот священный для всех россиян день мы помним, чтим и гордимся великим подвигом поколения победителей с полей сражений. Предлагаю почтить память погибших на фронтах Великой Отечественной войны минутой молчания. Уважаемые друзья, победа – теперь самое дорогое наследство детей, внуков и правнуков фронтовиков. Поздравляю всех с праздником, с днем Великой Победы! Прошу возложить цветы. Thank you.
Thank you.
Давайте все. Дальше Заур приехал. Спасибо большое. Мы эту победу вовек не забудем. Пусть мирное солнце сияет всем людям. Спасибо. С днем победы. С днем победы. Ура! Молодцы, ребята. Можно? Как здесь? Дорогие жители и гости города Нальчика, 9 мая 1945 года – день всенародного ликования и радости. Гордимся мы, что живем в большой стране, великой и державной. Как много лет назад в этот день мы собрались, чтобы наполнить свои души и сердца благодарной памятью о великой дате. И сегодня, 76-й раз на всю страну, прогремит праздничный салют Победы. Отважному подвигу великого народа посвящается концерт симфонического оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии имени Бориса Тимирканова. Нашу программу откроет знаменитый вальс французского композитора Эмиль Вальтефель «Эстудиантина». Дирижер, главный дирижер и художественный руководитель, заслуженный артист России Петр Тимирканов. Thank you.
опять будет.